Добрый день, мы из Украины. Ну, чуть-чуть поулыбаюсь. Смотрите, происходят боевые действия, зачистка там нескольких сел. Есть там пару блуждающих танков, которые, ну, не может же он один там быть. Сейчас мы пособираем всех, закрепимся, разберемся. Смотрите, после работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области, чешет колонна оккупантов. И люди все говорят, что они бегут. Это правда, то есть они бегут. Но до меня дошла информация, что они там распространяют по Херсону, что все сидите дома, сегодня может быть массированный обстрел. Я вас заверяю, украинское ВСУ не планирует и никогда в жизни не будет обстреливать Херсон. Если это, может быть, они собираются обстрелять Херсон и так далее, вы, пожалуйста, следите там за новостями, за перемещениями. Я постараюсь до вечера обновить информацию, что происходит. Херсонцы, мы с вами, ждите.